ребята, вот, пригнали точилу мне, лонгровера. Такой на рынке стоит 90 тысяч фунтов стерлингов. Ну, я ему когда-то электрику делал. Короче, стартер накрылся. Стартер накрылся. Ну, вот такой сидушка. Ну, ребята, верите или нет, покупают все его, богатые люди, блядь. Я не знаю, для чего его покупают, этого коротыша. Не знаю. Ну, ручной все, без автомата. И камеры, все есть, короче. Правда, топлива мало. Так, ну, если я сейчас заглушу, эта машина не выйдет. Это досадно. Он сейчас придет человек забирать. А это на почти что на 4 часа или 5 часов, чтобы стартер снять. Потом глушить его. Посмотрим, что за хренотень у них. Еще что интересно у них, да? Когда заводишь, сигнализация включается автоматически. И вот они прикол такой сделали, конечно. Я не знаю, зачем это. Все. Видите? Все. Буду, короче, сейчас немножко остынет и буду разбирать его. Так, в час 75 фунтов. Сейчас я время засекаю. Без разницы, если я на 10 минут перерыв иду, все равно я засекаю сюда по-своему. Так, сейчас я установлю. Ну, за то, что машину никто не угонит, бля. Сейчас таймер установлю. И все, и вперед с песенькой. Так. Сброс. И вот старт сделал. Все, работа пошла. И начинаю сейчас буду работать. Снимаю это сейчас воздухом, все это снимаю и дальше буду все показывать. Но я думаю, что этих машин очень мало. Ну, может, какому-то механику понадобится это. Они обычно все дилеры ездят. Такая работа у дилера стоит 1000 фунтов. Поменять стартер здесь. Начнем. Стартер снимать. Лезть под машину. Так. Я смотрю, чтобы ни полоски, ничего не было. Царапина. Царапина одна здесь есть. Конечно. Машина дорогая. Не его нахрен. Вот еще. Следы уже, кто-то лез туда уже. Так, так, сейчас снимаем клемму. Это как на газоне. Зила, газона, видите. Не, наверное, минус, минус. Легче. Тут на стартере. Вот он так стоит. Вот так. Этот болт от стартера, замка зажигания идет, который. Его там немножко будет сложновато. Но сейчас залезем, посмотрим. Снимаем если красоту. Да. Тут же слив и все есть. Тут уже такой, блин. Это я вам говорю, здесь это. Это просто тихий ужас называется. Верите ли мне? Тихий ужас. Где матерка? Потому что там есть два болта на стартере, где высокое напряжение и от замка зажигания. Вы снизу нигде не сделаете ничего. Сейчас мне надо это открутить на 8 тоже. Надо нежность этой машины
Верьте, я не люблю эти лонжроверы, блядь. Мне все время привозят их. Задолбали они меня. У них такие еще проблемы, блядь. Целый месяц начинаешь искать его. И компьютеры, главное, ничего не говорят. Так, сейчас мы его отсунем. Это снимается, откручивается. Потом с той стороны болт. О. Потом вот здесь. Ребят, мы освободили его. Мы это не будем отсоединять. Так что мы просто. Вот как эта машина, бля, чтобы стартер открутить, все, что, бля. Все надо разбирать. Я тоже разбалтываю сюда, сюда. Видишь, чтобы рукой можно работать. И все на пол лезется. Доступ к одной и до второй сразу. Иначе труба. А вторая именно внизу. Сейчас мы отсоединяем этот. А под ним еще одну. Это замка зажигания идет. Будем потом уже залазить вниз и снимать. Хорошо. Сейчас начнем откручивать. Сейчас этот отсоединить надо. Потом я покажу, там под затряпкой, а то капает тосол прям, в глаза прям попадает и щипит. Потом вот здесь я покажу сейчас. Сейчас это ключ, по-моему, на 15. 16. Сейчас откручу. Какая-то эта жидкость. Этот идет хомут от батареи. Зараза, блядь. Что тут? Видишь, это тормозная жидкость. В сторону. И вот это надо. А, зараза. Ну, не хочешь. Короче, надо сейчас это. Вот так. И сейчас это то же самое. Ключ на 13 берите, откручивайте. Вот такая херня и на той стороне. На 10 ключ надо брать тоже. Сейчас туда надо подлезть. Туда подлезть, это тихий ужас называется. Можно, конечно, вентилятор снимать, это надо идти в салон. Все это коврики снимать, все снимать надо. Понимаете? Чтобы все это вытянуть. Ну, короче говоря, единственный вариант. Вот здесь выходит так. Вот он, я его нашел. Это сволочь. Потому что, видите, не хочет. И все эти провода на нем держатся. Все, буквально все. Сейчас надо вот этот провод вытащить. Вот, чтобы не мешал. Короче. Крутил. Еще на 10. Сейчас этот драпец уберем. То, что идет вот эти все кабеля. Вот. Даже пускай он сидит. Сейчас будем. Короче, и мы его, эти два болта на 13 гайки, то есть, откручиваем. Еще они, сволочи, хитро сделали, зараза. Так бы хоть болт был бы, а там идет это самое. Не, по-моему, болт идет. Ну, сейчас посмотрим. Так, смотрите. Видите, я уже эту клемму снял плюсовой. Короче, один идет на генератор, вот. А второй, ну, один плюсовой, другой генератор. А вот там внизу, внизу, вот он здесь, вот, ключ на 10 тоже, и тоже откручен надо. Все, вот таким образом будете всегда делать. Ставьте на ключ, я не могу понять. Ладно, сейчас ключ на 10 беру и откручу там. Или на 8 там. Сейчас я посмотрю на старты. На 10.
Сейчас буду откручивать. Первый болт я вытянул. Это верхний вот там, видите. Сейчас направлю. Вон там первый. Вот там. Я скрутил. Сейчас лезу вниз. Потому что здесь нижний, что сейчас замка идет. Не могу. Мне нужен на 10 ключ, у меня нету. Где-то оно здесь был, исчез, короче говоря. Но я еще просто стартер сниму и разверну его и сразу откручу этот провод. Сейчас пошел вниз, я откручивать. Там надо рожковый ключ на 13. Вот. Лонжеровер вообще снимал, бля. Пришлось подушку снимать, зараза. Двигайся. Вот. Еще нет. Он должен сейчас шататься, конечно. Стартер, хрена. Мне сейчас наверх надо пойти, чтобы открутить там провод. Вот видите. Сейчас мне вот этот провод надо соединить. Вот этот. Так же тоже. Если у меня ключ был длиннее, я не знаю, куда я его посею. На 10. На головку. Сегодня же с ним работаем. На 10 или на 8, там никак не могу сообразить. Сейчас я ключ засуну. Ключ, гайка тоже на 10. Сейчас мы этот провод натягиваем. Не потеряйте его, блин, зараза может потом куда-то залезть и будете искать его, где он нафиг делся. Все. Сейчас я... Вот сейчас мы будем, наверное... Отсюда его вытягивать. Только отсюда, больше никак. Блядь, надо вот кабель мне в сторону кинуть. Он мне, блядь, зараза мешает, че. Короче. Там же эти трубки еще, блядские. Бракеты, блядь, эти заразы. Не пускай. Так с этими, блядь, лонжероверами играться. Там просто бракет мне не пускает. Ага. Сейчас наверх надо идти и вытягивать бракет. Вот такое дело. Вот этот трап мешал мне. Вот этот бракет, блядь. Ну его не надо убирать, надо закручивать тоже, чтобы провода не теребались. Наши механики, чтобы вы знали. Я вам показал, как снять стартер. Это все. Им как полагается, как нормальный электрик делает. Но. Как работает, как часики. Я сказал, где-то 4 часа работы. Ну, там еще собрать надо сопли, там, короче, порядок сделать и плюс это заделать.
Всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки за это. Пока. Удачи всем.